вами впечатлениями своими о нашей коляске. Возможно, попозже сделаю более подробный обзор. А сейчас так, в трех словах, что мне не нравится. В общем-то, коляска у нас Anmar Barcelona Lux. Мне не устраивала коляска. Мне абсолютно не нравится тормоз. Потому что даже не тормоз, а расположение корзины. Расположена она очень удобно. Дело в том, что из-за того, что корзина располагается очень близко к тормозу, она постоянно грязная. Ее просто не успеваешь чистить. Постоянно грязная. Сейчас я вам это покажу. Смотрите. Видите? Полностью грязная корзина. И вот из-за этой перекладины железной корзину очень тяжело что-то вытянуть. То есть сама корзина по себе вместительная, но если впихнуть нужно что-то габаритное, то это уже проблема. И доставать из нее вещи не очень удобно. Это главный минус. Потом, что мне еще не понравилось, дело в том, что в козырьке у коляски очень-очень тугие вот эти части, которые нужно нажимать, чтобы козырек опрокинуть. Также, что мне не нравится, что у коляски очень тугой тормоз. Мне это катастрофически тяжело его нажимать. Возможно, это только у нашей коляски, а не в целом у модели. Но это мне не нравится. Вот мы с сыночком гуляем. Мой лук. Я в свитерочке, джинсы, кроссовки. Там Глеб Сергеевич. Глеб, ты чего? Ложись. Вот так выглядит мой аутфит. Ребенок, вот наша коляска выглядит так. Оп. Там ребятенок мой, походу, собрался спать. Так, ну как-нибудь я, возможно, сниму лучший обзор. Пока я тут веду беседы, мой ребенок захотел спать. Сейчас приедем домой и будем уже ложиться. Сейчас попытаюсь показать вам нашу коляску со стороны. Оп. Вот так выглядит наша коляска. Оп-оп-оп, ребеночек встает. Сумка. Грязная сумка, багажник. Ну, в общем-то, вот так. Спереди показывать не хочу. Вот так. В принципе, коляской довольна, но говорю, есть минусы.